Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ліна Слінкєвічус. Він є послом Литви у Швеції, колишнім міністром закордонних справ Литви. Ліна, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Здравствуйте. Ну, конечно, сначала хочу поговорить о том, ну, такой очень важной теме, которую мы сейчас обговариваем, обсуждаем в эфире. Это вот тот пакет военной помощи для Украины. И беспрецедентно то, что среди этого пакета от Швеции мы получаем также вот этот летающий радар. Сейчас все наши авиаэксперты говорят о том, что вооруженные силы Украины мечтали о таком точно все 33 года украинской независимости. Ну и, конечно же, с самого начала войны России против Украины. Находясь в Швеции, зная настроение и общество, и, конечно же, политиков, которые принимают такие решения, как можно объяснить, что Швеция, небольшая страна, которая еще раньше даже в НАТО не хотела вступать, сейчас настолько решительно готова помогать Украине в борьбе с Россией? Ну, Швеция и все политические партии сразу же захотели вступать в НАТО после того, когда началась эта полномасштабная военная кампания, больше чем два года тому назад. И главные политические партии, когда выступают на политических дебатах, то партии, не только политики, но и общество, я бы сказал. Я уже, наверное, говорил в вашем эфире, что и вы, наверное, об этом тоже знаете, что, например, вот каждый понедельник в 12 часов проходят митинги поддержки Украины. Каждый понедельник приходят шведы, граждане, политики, выступают. И это как-то тоже показывает, что нет какой-то усталости в этом. А вот что касается этого пакета, то тоже, если можно более подробно о нем поговорить, это не только этот самолет дальней разведки, конечно, он современный, в корне улучшит способность Украины по контролю воздушного пространства, дальность это около 500 километров, скажем, и так далее. Так что тут очень важно, но все-таки надо сказать, что этот пакет помощи самый большой, 16-й уже. По номеру будет пакет помощи, и в нем входит не только этот самолет, но и бронетранспортеры, и ракеты средней дальности, та же амуниция 155-миллиметровая. И, кстати, тоже будут выделены средства в общую копилку Рамштейна, скажем, вот этой коалиции. Так что тут, наверное, этим удивляться не приходится. В том числе я бы добавил, что тут сейчас как раз дискуссия ведется, имеет ли право, скажем, Украина атаковать цели на территории России вот, оружием, которое предоставлено западными странами. Это шведский министр обороны, и он заявил очень, наверное, внятно и понятно, что Швеция никогда не выдвигала вот эти ограничения. Она считает, что Украина имеет право на самооборону, имеет право как раз стрелять по тем целям, которые думает, ну, нужным. Так что тут тоже вот эта позиция очень понятная и категоричная. Вот как раз хочу уточнить по этому поводу, уточнение сделать. Я как раз, как очень опытного дипломата, вам хочу задать вопрос. Достаточно ли вот такого публичного заявления, а мы действительно слышали его от министра обороны Швеции, для того, чтобы, скажем, украинские подразделения, у которых на вооружении есть, предположим, САУ Арчер, да, шведские, чтобы они уже могли использовать их и бить по военным объектам на территории России? Они в заявлении это были не только со стороны министра, но и они пояснения были и дальше. Я не знаю, что тут еще нужно письменное какое-то согласие. Мы не до конца понимаем, да, какая процедура, потому что вот такие заявления мы слышим от высокопоставленных лиц разных стран. И вот тут вопрос, ну вот с какого момента действительно наши украинские защитники могут использовать это оружие, ну вот как раз для таких целей? Ну это публичное официальное заявление члена правительства, думаю, достаточное, чтобы как раз взять на вооружение, скажем, в прямом смысле вот это заявление, я так думаю. Так что тут, наверное, вот что касается некоторых других стран, вы знаете, они смотрят на это с предосторожностью, скажем. Что касается Швеции, тут нет никакого двусмыслия.
Ну вот такие заявления, мы тут, конечно же, считаем очень внимательно украинцы следят за такими новостями. Так вот, подтверждение того, что оружие из этих стран можно использовать по военным объектам в России, уже озвучили во Франции, в Литве, Латвии, Эстонии, мы не сомневались в странах Балтии, Швеция, которую вы упомянули, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания, Нидерланды. Великобритания была первой, Дэвид Кэмерон, нынешний министр иностранных дел, приезжал в Киев, вот об этом сказал. Все решают все равно Германия и Франция? Или, скажем так, вот этой коалиции нам уже достаточно для того, чтобы говорить, что ЕС, ну, в принципе, принял однозначное решение по этому поводу? Ну, ЕС нет вооруженных сил, и у НАТО тоже нет. Так что то, что мы сейчас говорим, мы говорим об использовании оружия, которое предоставлено странами как раз. И эти страны выдвигают эти условия. Так что тут так и надо оценивать ситуацию. Тут не нужно, наверное, Украине решение на уровне ЕС, поскольку его, наверное, не будет и не нужно. То, что касается вооружения, предоставленного этим странам, этого надо как раз использовать. Так что тут немножко больше не о чем тут, наверное, рассуждать, по сути дела. Слушайте, не, я просто действительно хочу это уточнять. Возможно, одно и то же спрашиваю, да, но мы видим эти заявления. Это делают эти заявления очень высокопоставленные лица этих стран. Ну, я должен уточнить. Мы увидели, как на прошлой неделе глава вооруженных сил Швеции говорил о том, что, ну, есть серьезная опасность, что Россия может, скажем, напасть на остров Готланд, да, пытаться его захватить. Насколько серьезно вот сейчас, на ваш взгляд, уже сейчас, да, на сколько, больше чем 2 года широкомасштабной войны России против Украины, в Европе относятся к российской угрозе? Довольно часто мы слышали, что, ну, слушайте, ну, не будет Россия нападать. Ну, знаете, это такая деспирация со стороны России после того, когда Швеция и Финляндия вступила в НАТО, и когда они смотрят на карту, смотрят на Балтийское море, они хотели бы себя чувствовать уютно, так как они украли, скажем, Азовское море, временно, скажем так, это сделали, или чувствуют себя довольно уютно в Черном море, но этого никогда не будет в Балтийском море. Конечно, обидно. И, конечно же, так уже не будет в будущем. Если смотреть в прошлом, я даже сам помню, может, и вы, наверное, тоже помните эти ток-шоу, скажем, на российском телевидении, когда эксперты, так называемые военные, они тоже, поставив карту перед собой Балтийского моря, смотрели на Готланд как на опорную базу как раз влияния России в регионе. Это тоже не прошло мимо, скажем, глаз и у шведов. Так что, скажем, заявление командующего армией Швеции, когда он сказал, что глаза России смотрят на Готланд, и он еще добавил, что те, кто контролирует этот остров, они контролируют Балтийское море. Это, конечно же, правда. Но этот остров принадлежит Швеции, и иначе тут и не будет. Так что так и нужно рассуждать вот такие всякие заявления. И, кстати, России тут нечего особенно противопоставить этим фактам, которые уже сложились после того, как Швеция и Финляндия вступила в альянс. Так что тут ситуация действительно в корне изменилась, и она изменилась не в сторону, скажем, интересов и амбиций России. Но тут надо добавить, что никто из альянса не собирается нападать на Россию или там окружать Россию. Просто этим сказано, что Россия не сможет себя вести так, как она себя ведет в других регионах. И это факт, с которым придется считаться. Ну, и насколько мы понимаем, вот это, скажем, ну, не дискуссия, а эти заявления по поводу острова, шведского острова Готланд, они возникли после того, как российская Минобороны обнародовала проект постановления их правительства, который, значит, предусматривает уточнение границ России в Балтийском море. А как поняли это уточнение границ России в Балтийском море? Это была провокация, на которую нельзя было не отреагировать? Или это все-таки, ну как это, прям конкретный план? Ну, эти проекты потом удалили, знаете, да, об этом. Это изначально они как-то появились, были заявления, многие заявления, которые говорили, и главы государств выступали, и, скажем, в Швеции тоже премьер тоже высказался, что эти проекты не имеют никаких правовых последствий. Конечно же, не имеют. Тем более, что в одностороннем порядке
любая страна, в том числе Россия, она не может, скажем, менять эти границы. И этим все сказано. Так что, наверное, очередной тест. Наверное, россияне посмотрели, кто будет как-то на все реагировать. И это будет в будущем. И не приходится этому удивляться. Тем более, что тактика тестированная, она всегда была. Как далеко можно идти, как глубоко можно идти, что можно сделать, чтобы не было никакой реакции. Если реакция появляется, то, наверное, коррекция сразу же с той стороны. Так, наверное, это и надо оценивать. Тут иначе трудно, опять же, что-то больше комментировать. Если кто-то этому удивляется, то мы, скажем, этому не удивляемся, поскольку мы уже привыкли к этим таким тактическим шагам. В данной ситуации, я думаю, это тоже такая десперация, скажем, как-то что-то там заявлять, какие-то там претензии или какие-то амбиции. Но ситуация сложилась уже немножко по-другому. И начинали это изменения, начались как раз после полномасштабных военных действий России против Украины. Так что тут, если надо кого-то винить, то надо посмотреть в зеркало и винить себя. Ну, Россия никогда так не делала, и очевидно, что мы же слышим заявление российского... Тогда-то надо начать это делать. Ну, надо начать, но, очевидно, это не будет при вертикали путинской. Мы слышим его заявление, ну, как бы реакцию на вот заявление разных европейских стран, что можно использовать их оружие на территории России. Конечно, он, среди прочего, напомнил о том, что, слушайте, большинство стран ЕС — это такие маленькие страны с густонаселенные маленькие страны. Ну, там, понятно, тут такой завуалированный, очередная угроза. Хочу с вами еще поговорить про тот саммит мира, который будет проходить в Швейцарии. Мы сейчас уже почти со 100% уверенностью имеем информацию о том, что там не будет президента США, что Джо Байден в этот момент будет находиться в Калифорнии, у него там фандрейзинговые мероприятия. Насколько сильно ослабляет отсутствие президента США вот этот саммит мира, на ваш взгляд? Ну, присутствие президента США добавило бы веса этому событию, тут несомненно. Но то, что расширяется платформа общего понимания или дискуссии по поводу мира, по поводу условий мира, это тоже очень важно. Так что, наверное, ожидать каких-то таких решений из этого форума, наверное, не приходится. Но сам факт, что очень много глав государств принимает участие, очень важен. Так что тут так и надо оценивать. Приходится сожалеть, что лидер США не нашел время присутствовать на этом форуме, но это не значит, что они ослабят внимание, я думаю, этому конфликту и ослабят возможности, скажем, помощи, которые и так нелегко даются. А не стоит ли это рассматривать как знак определенной России, что, ну вот смотрите, мы не едем на этот форум, все, ну точно в Белом доме понимают, насколько он важен для Украины, насколько он важен в том числе для, ну, лично для президента Зеленского, не является ли это знаком для России, что, ну вот, не знаю, мы готовы разговаривать с вами, мы не готовы разговаривать без вас, как вы это оцениваете? Россия будет более внимательно оценивать конкретные шаги, не присутствуя на этом форуме. Скажем, вот сейчас дискуссия ведется, разрешать ли американским оружием стрелять по целям в России. Это публично даже известно, что эта дискуссия ведется. Если эти решения будут приняты, то, наверное, это будет восприниматься более внимательно со стороны России. Сам факт, конечно же, они, наверное, обрадовались, что президент не нашел время участвовать, но тут, опять же, не об этом речь. Главное сейчас, не в этом, а главное сейчас предоставлять оружие, амуницию, формат Рамштейна, чтобы активно работал, чтобы не было никаких там, скажем, пауз в этом. Это сейчас самое главное. Так что тут не надо переоценивать. Важен этот форум, конечно же, участие лидеров очень важно. Но, как уже говорил, наверное, мало кто надеется, что там какие-то конкретные решения будут, которые изменят в корне ситуацию. Ситуацию в корне изменят последовательная поддержка Украине. И это самое главное. Так что тут сейчас на это надо сконцентрировать свое внимание, и это тоже все понимают. Я думаю, и в России это понимают тоже.
Перед этим будет встреча лидеров большой семерки, да, вот этой группы G7 в Италии. Там как раз Джо Байден будет присутствовать из того, что мы знаем по состоянию на сегодня. А каких решений оттуда можно ждать? Ну, конечно, я говорю про российско-украинскую войну. Какие ожидания у вас? Ну, как раз тут имеется в виду не скажем, военное вмешательство большой семерки, но экономическое воздействие, поскольку они диктуют моду, скажем, в мире. И кстати, санкции, которые там разрабатываются, тоже имеют очень важное место. Так что экономическое давление должно увеличиться, несомненно. Вот сейчас 14-й пакет санкций в Евросоюзе, счет далеко не истребляющий экономику, как мы знаем, так что тоже очень много пробелов, очень много потенциала, но семерка тоже имеет рычаги воздействия очень-очень важные. Очень много времени прошло, очень много времени, которое наверстать, наверное, трудно, много запоздалых решений, но все равно они имеют важность и влияние большой семерки, конечно же, на вот этот конфликт, давление на Россию, они и будут иметь и в будущем очень важное значение. Так что тут надо, наверное, надеяться, что вот решение семерки как раз, они могут воздействовать на действия России и в плане, конечно же, экономического давления, во-первых. Знаете, напоследок хочу спросить о еще одном важном игроке. Это, конечно, Китай. Мы увидели заявление премьер-министра, все-таки министра обороны Великобритании о том, что Китай готовится к тому, чтобы передать России летальное оружие. Это, кажется, действительно такая очень красная линия, которую Китай не хотел переступать. Есть информация, опять же, от британской и американской разведок о том, что китайские предприятия обеспечивают российский ВПК. Идет речь там о станках, о чипах, о разных товарах так называемого двойного назначения. Оружие от Китая для России, если действительно оно начнет приходить в Россию. Насколько сильно это изменит ситуацию? Как вы ее видите? Ситуацию изменит и для самого Китая. Тем более, что Китай — это последняя надежда России. Очень важный и последний, наверное, такой главный друг. Или, скажем, не друг, а хозяин. Чем дальше, тем больше. И от действий Китая очень многое зависит. Но для Китая Россия не является самым главным другом. Да, это партнер, да, они не хотели бы видеть поражение России, но они не хотели бы видеть такого, наверное, и как бы победы. И тем более, что в интересах Китая тоже как бы властвовать в международной арене и экономически играть главную роль. Так что тут они будут взвешивать очень много раз перед тем, как сделать ущерб для своей экономики. Они, наверное, уже получили очень много предупреждений со стороны США, со стороны Евросоюза, партнерство с которым для Китая важно все-таки. И не надо спешить, наверное, с выводами. Эти такие предупреждения, что Китай может предоставлять летальное оружие, уже больше двух лет продолжаются, пока мы не видим результата, тем более, что Китай будет исходить, во-первых, из своих интересов. И эти интересы не всегда как раз поставимы с этим предоставкой летального оружия. Так что тут, наверное, будут играть и факторы сдерживания. Тем более, что это не в интересах Китая. Да, среди прочего, вышла колонка Washington Post Давида Игнатиуса, их колумниста, политического обозревателя, о том, что в 2022 году якобы Байден и Си Цзиньпин долго говорили о том, часа два говорили о том, что ну вот это недопустимо, чтобы Китай предоставил России оружие. Лина, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашій аудиторії, з нами на зв'язку був Ліна Слінкевичус, посол Литвы у Швеції, колишній міністр закордонних справ Литви, великий друг України, звичайно. Говорили ми про, ну, почали з того рекордного пакету військової допомоги, яку нам надає Швеція. Йдеться про об'єм в 1,3 мільярди доларів. Там Швеція, здається, віддає нам всі свої бронетранспортери. Звичайно, важлива тема зараз в українських ефірах – це той літаючий радар, який нарешті отримують наші повітряні сили. Він дуже сильно буде спрощувати нашу роботу, дуже підсилить, скажімо так, нашу авіацію. Ну і, звичайно, ми говорили про те,
які є загрози в Балтійському морі, яке фактично стало морем НАТО. Ну і був опублікований російським Міноборони документ про те, що нібито вони хочуть уточнити кордони Росії в Балтійському морі. Потім цей документ був видалений. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.